Иди сюда. Ну, хотя, что, иди сюда, я к тебе пойду. Вот это училка! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Poppy Playtime, третья глава. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Ну что же, друзья, остановились, если честно, очень-очень поздно, вот. Блин, ну в хоррор играть это капец по ночам. В общем, остановились на том, что, ребят, мы встретили Хаги-Ваги, но это был сон, вот. По идее, ну я не знаю, кстати, что он погиб, не погиб. Вот. Дальше что у нас? Кисси-Мисси мы встретили. Ну правда, ну ты сам знаешь, по трейлеру ты полюбас увидел, помнишь, что она будет другом с Поппи. Кстати, помните, всегда многие говорили, мол, да блин, это 100% она злодейка. На самом деле нет, видишь, она как бы хорошая. Вот и лестница у нас, друзья. Так, сейчас мы пойдем дальше. Так, здесь надо пройти нам аккуратненько. Вниз не надо было. Зря мы туда пошли вообще. Поросеночек. Да, ростбиф. Так, и нам нужно смотреть, что сделать. Во, открывается у нас дверька. Это, я так понимаю, как раз спальня была. Видишь, прям сколько вот этих... О, я вспоминаю, я это уже вспоминаю, друзья. Так, а как нам? А! Так, открылась дверь. На время, на время. Офигеть, сколько люлек, да ё-моё. Ты погляди на это. Такс. О нет, о нет. Вот он, медведь. Медвежонок. Он поворачивается, он поворачивается. Погоди, он настоящий. А, не, но он не настоящий. Как бы, или настоящий, какого фига. У него была батарейка сзади, помнишь? Нам надо как-то ее взять. Блин, а как, если он двигается? Возвращайся обратно. Так. Так, это мы смотри, куда вообще пошли. Тут, кстати, смотри-ка, что тут есть. Мы куда-то не туда пришли. Нам нужно забрать эту батарейку. Чтобы нам забрать... Сейчас давай обратно идем. Вот. Хорош. Найс. Так. А теперь куда? Туда? Да, вроде сюда. Сейчас мы поглядим, я просто уже запутываюсь. Тут так много всего. Еще эти звуки, еще ночью играть, это вообще имба. Так, о. О, по-моему, мы, кстати, правильно пришли. Да, 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 мы правильно пришли. Сейчас мы будем энергию тут вставлять. Угу, батареечки эти. Такс. Есть. И нам нужно... Ага. Давай их, что ли, от... Хаги! Да хватит меня пугать. Вот, кстати. Что у нас еще? У нас еще есть. А. Так. А, ну я понял. Я понял принцип, друзья. Так. Все, найс.
Какого? Буба, ты чё? Это он маленький проказник? Ты его столкнул? Кэтнеп. Кстати, Хаги тут. Одно пьете хорошо, а два лучше. Что даже два раза. Обнимашки навеки. Обниматься целый день. Я тебя так обниму, что ты будешь пищать. Hug a day keeps them two hugs and hugging. I'm gonna hug you until да. You. Так, смотрите, чё, куда получается мы с тобой можем сейчас пойти? Угу. Жесть, Брун. Прячься. Нам прям намекают. О, нет. Так, а что тут может быть? Ох, я понял. Так, здесь вроде нету, да? Да, вроде нет. Но там прям полна комната. Смотри, что там. Кстати, батарейка вот взята. Капец какой. Вот кто этим нафиг занимался? Блин, смотри, сколько подвешенных игрушек. Жесть же. Да, кэтнеп. Так, ну давай обратно пойдем. Это мы подбираем. Тут закрыта дверька. Вот, кстати. Все, да, справились, друзья. Так, ну это хорошо. Это хорошо. Кстати, на второй этаж теперь мы можем... Ну, я даже не знаю, нужно ли нам сюда, потому что мы, кстати, сюда выходили, я помню. То есть мы могли еще раз сходить. Так, и сейчас должна открыться... Вот эта дверь, да. Ой, что-то чувствую, ребят, что там будет вообще жестко. О, это же... Это имба. Это имба, кстати. Так. Угу. Так. Нам нужно потянуть рычаг. Имба. А, тут ворот. О. Так, а тут наверх нам нужно. Блин, ну только поглядим на это. А нам нужно... А, ворота мешают мне. Чё за... Чё за баг? Смотри, 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 смотри. А, вот, все пропало. Так, нам нужно вот эту пушку. Такс. Есть. А ворота мешают. Это значит, мы смотри, что делаем. Раз. Ворота опускаются. Это мы держим. Так, найс. О. Какая неприятная музычка сейчас играет. 238. Это еще с первой главы, ребята. Это еще с первой главы, где нас пугали. По-моему, во второй, кстати, тоже было такое. Я помню. Главное, чтобы не раздавило. Так, давай, поднимай нас.
Закрыто. Загрузка. Все. Так, отлично. Здесь мы, в общем, все сделали. Это хорошо. Это хорошо, друзья. Найс. О, так мы уже вышли. Смотри-ка. Кисси? No, ой, no, погоди, это попа. Все хорошо. Мы пришли, чтобы помочь. Тут она становится особенно... Хорошо, что Олли помогал тебе все это время. Мы нашли тебе только благодаря ему. А, так это мальчик. Смотри-ка. Олли. Все-таки мальчик. Я говорю, Оля, Оля, ты что? Похоже, крушение поезда нас обоих привело. Тебе пришлось через многое пройти. Я должна тебе все объяснить. Идем. Да, уж объясни мне, пожалуйста, что тут происходит. С тобой, с нами все будет в порядке. Улыбается, кстати, между прочим. Ключик. А, она его забирает, смотри, нифига, круто. Лифт. А, это как раз тот момент из трейлера, ребят. Вот в чем прикол. Послушай, я тебе не враг. Я не могу позволить тебе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее наших жизней. Без тебя не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя, которые пытали нас. Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком. Прототипом. Окажешь нам честь? Ух, включается свет. Разлеглась уже, смотри какая. Прототип уже знает, что мы идем. Если попытаешься сбежать, он тебя убьет. Ты даже не успеешь добежать до двери. Это из-за него я была заперта в жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Позволь мне помочь. Позволь мне помочь всех спасти. Мы все видели, что тебе под силу. От твоих рук погибли Хаги и мамочка. Хаги все-таки погиб. Тебе я обязана свободой. Ты молодец. Короче. Скоро появится кот Дремот. Он последнее препятствие, которое прототип. Береги себя. Оля позвонит. Смотри, тут шрам у нее. Посмотри, посмотри. Ну да, крушение же поезда было. Так что все логично. Офигеть. О. Опа, тут что-то интересное. Ну, лучше туда, наверное, не спрыгивать. Так, что там, Олли? Короче, это пацан, оказывается. Привет, это снова я. Похоже, Поппи все тебе объяснила. Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше план достаточно простой. Нужно восстановить электроснабжение в зоне добычи газа. Сперва вернись уже знакомый тебе дом «Милый дом». Там ты найдешь большой шнур питания, он будет рядом со входом. Это? Нифига себе. Он что, реально через всю локацию сейчас будет? Ладно. Авторизейт поняли. Вы серьезно? Он настолько длинный и это? Растягивается? Опа, погоди, эта машина же была... Кот Дрема здесь побывал, ребят, смотрите. Посмотрите на это. Да. Опс. Все, подрубили. Круто, гляди. Помнишь генератор в доме, милом доме? Это был запасной генератор для этой постройки. Такой должен быть в каждой. Тебе удалось перенаправить резервную энергию дома, милого дома сюда. О, 50%, кстати. Почти готово.
Куда идти дальше? Тут везде довольно опасно. Но опаснее всего в игровой, жуть. Так что лучше всего отправься в школу. Кодремот обычно туда не суется. Отправляю ключ. Так, спасибочки, спасибочки. Так, нам нужна, получается, школа. Давай смотреть. Блин, как же, слушай, сейчас уже напрягает это все. Так, это я так понимаю, ну, похоже на школу. Только обойти надо будет. Слушайте, вопрос такой, ребят. Что вам больше, третья глава? Поппи Плейтайм или Гартону в Бан-Бан нравится? Такой вопросец. О, боже мой. Брон, Боксибу, Кэнди Кэт там был. Так, загрузочка, ну давай смотреть, что у нас сейчас будет. Слушай, ну я так понимаю, мы сейчас вроде как 50% игры прошли. Ну, читать это весело. Замечательно. Поторопись. Спасите. Включи генератор. Получится с этой стороны купола. Но у тебя будет компания. Там есть кто-то еще, и они тебе не... помехи. И они тебе не помехи. Вот это прикольно, кстати, сделали, если честно. Очень-очень прикольно. Так. Мисс Приятность, простите, что прерываю. Ученики, оставайтесь на местах, пока не услышите звонок. И не ходите по коридорам, если у вас нет пропуска. Юперный театр. Спасите, помогите. Тебе школа. Так, короче, давай подзаряжаемся. Ой, там клавиатурка была у меня. Так. Pay attention. Должна... Домашняя работа. Вот как хорошо, что школу я закончил давным-давно. Блин, ребята, это просто капец. Домашку делать. Так, а что у нас тут? А что у нас тут? Давай поглядим. Блин, ну как-то под куполом реально. О! О! Ее можно взять! Записка 2. Сегодня раздался стук в дверь. Я слышал чье-то дыхание. Я не знаю, кто это был, но на мой оклик никто не ответил. После того, как нечто замолкло, я несколько часов сидела и пыталась понять... Это существо заперло нас здесь. Я смастерила что-то вроде оружия, взяла карандаши с линейками и перевязала скотчем и веревкой. Решила назвать это жалом. Такое себе оружие, конечно, но когда дверь откроется, я должна быть готова. Это про кого? Это про мисс... Приятность, неприятность, как? Так, ладно, генератор у нас есть. Оказывается, еще и записки тут есть. А какого фига? Их же раньше не было вообще. Так, ну батареечку мы взяли, конечно, выход. Ага. Беги. Блин, шкафчики прикольные, кстати, смотрите. Школьные такие. Ой-ой-ой-ой, так, понял. Фан. Весело. Так, я так понял, кстати, туда можно пройти. Во. Так, один генератор есть. Второй вон там, кстати, ребят. Как мне его взять? Вопросик. Вопросец такой. А, ну тут, в принципе, можно подключить и, наверное, откроется. Кстати. Так, ну, либо как-то... Опа! Это, походу, она. А, она туда залезла, ага. Так, ну ладно, пока на нас нападать не будут, ребят. Пока можно расслабить булки. Минутку, я тебя знаю. Точно. Вы раньше тут работали. Как ты? Жив. Жало? Ой. Жало говорит, вы ищете коллег. Коту Дремоту бы здесь понравилось. Тебе лучше уйти. Ради вашей безопасности. Офигеть, она... Погоди, это она, получается, и она разговаривает со своим оружием? Типа, ну жало.
Там же только что писали в записке, типа... Так, ну ладно, давайте, наверное, записки чуть попозже. Еще одну мы с тобой забрали. Мы чуть позже это все поймем. Так, скримачки какие-то будут, нет? Ага. Блин, как надо, смотри, просто какой путь проделать. Ты посмотри. Кстати, туда можно. Что думаешь, ну-ка, давай туда пройдем? А, да, вот вентиляция. А так... А, нет. Я и думаю, что-то как-то, наверное, это... Путь-то полегче был, не? Так, тут запущено. Ага. Побежали. Рамс. Так, и тут у нас, короче, магнитофон. Ага. Мы, кстати, можем надевать противогаз, смотри-ка. Кассетка-то тут, ребята, вот она. Прикинь, вообще недалеко. Я думаю, где кассета? Так, ну давай глядеть, смотреть, что там у нас. Это жало? Вот это вот. Это получается, смотри. Где же дети? Они что? Там же, где и другие сотрудники. Это линейка плюс карандаши. Наточенные, посмотри какие. Да. Могу я их увидеть? Нет. Это все. Больше он ничего не говорил. Это вот она общается вот с этой штуковиной? Наверное, понимал, что я всех убью. Ох, блин, сумасшедший. А что такое? Это жвачка типа? Она же как-то это прилепила на жвачку, видимо. Понятно, короче. Дурка. Вызывайте дурку. Ребята, мы попали к сумасшедшей. Училки. Crazy. Вот что я тебе скажу. Так, ладно. Ладненько, ребят. Смотрите, тут вот у нас такая штука. Ага. Ага, ага, ага. Нам надо как-то открыть дверьку эту. Вот. Слушайте, ну тут нифига, надо прям искать. Я, мне кажется, надо чисто дополнительно еще раз на стриме пройти, каждый угол просто обойти. И будет вообще шикарно. Хорошо, что, кстати, подсвечивается. А, ну что тут подсвечивается? Тут непонятно, что подсвечивается. Я уже думал, нифига себе. Старая кинопленка. У нас вроде ВХС-очка. Так, смотри. То есть надо как-то нам туда еще что-то сделать. Так, давай осмотримся. Смотрим записки. Так. Это лампы немного подсвечивают. А я не знаю, почему, кстати, недоступен фонарик. Может, я что-то не так делаю, ребят? Как-то... Почему вот он недоступен? Не понимаю. Не понимаю, ребят. Так. Ага, тут тоже закрыто, прикинь. Там у нас. Ладно, ну вот. Вот записка, кстати, ребят. И вот куда нам идти, кстати. Да. Да. Если не знаешь, что делать в этой игре, правило номер один. Обязательно смотри наверх. Потом вниз, потом по сторонам, все дела. Записки мы давайте, наверное, чуть попозже почитаем. Или что, или сейчас, ребят. О, боже мой, она там. Я, кстати, свалиться не мог. К ней. Не так уж внимательно слушаешь. Прямо как другие люди. Интересно, одинаковы ли у вас крики? Не терпится узнать. Ох ты, блин, какая, а. Слушайте, ну не надо узнавать, пожалуйста. Так, мадама. Ага, ага, ага. И тут у нас такая штучка. Так, ну, естественно, ребят, да, не та перчаточка. Вот, вот так вот делаем. Я все не привык, то, что надо менять. Туда-сюда. Так, все, проходим. Вот она, вот эта училка. Мисс Приятность. Здравствуйте, ученики. Найдите моих сестер и меня, чтобы узнать любопытные факты. Нажми на кнопку и узнаешь много интересного об анатомии. Интересный факт. Протяженность кровеносных сосудов в теле человека составляет более 95 тысяч. Для сравнения, длина земного экватора достигает 40 тысяч километров. Фига себе факты, удивительно, прикольно. Самая маленькая кость в твоем теле — это стрелы.
Она находится в ухе. Повреждения могут стоить слуха. Знаем, знаем. Это я знаю. Хочешь узнать больше о человеческих органах? На занятиях будь внимательны. Да. Так, ну в принципе ничего тут необычного, да? Там, кстати, написано. О, все, подобрали еще одну записочку. То есть, видишь, на Е что-то нельзя было. Зато трямс-трямс лапкой нашей, и все. Так, смотрим, что у нас тут. Сохранение. Отлично. А можно фонарик взять? У меня что-то барахлит мой. Либо я что-то не то делаю, ребят. Ну, кстати, заметьте, ребят, у нас пока прям трудностей не было с головоломками, да? Как бы мы там немножко это как-то что-то путались. Ну, наверное, может, секунд 30 и все. А так быстро соображали, все делали. Вот. А так? Слушай, ну, это вообще имба. Какие здесь головоломки стали? Мне очень нравится. Мне прям очень нравится, друзья. Так, смотри. То есть мы вот так вот сейчас запитываем. О! О! Ой-ой-ой-ой-ой. А, она стоит, когда смотришь на нее. А, так это же вообще фигня тогда. Так, ну я предлагаю, ребят, скример посмотреть. Иди сюда. Ну, хотя, что, иди сюда, я к тебе пойду. Вот это училка. Это исследование не должно увидеть свет. О, перемена. Никому нельзя выбраться. Ага. Слушай, ну это крепота. Это крепота. Ой-ой-ой, какая музыка нехорошая. Так, что делаем? Что делаем, друзья? Так, заводим движок. Так, привет, привет. Так, ну она, в принципе, кстати, не быстро так-то идет. Спокойно. Блин. Так. Спокойно! Спокойно, спокуха. Перемена. Так, ну я, в принципе, видишь, как бы спокойно могу туда-сюда идти. Так, а что тут? А где тут? А что тут? Не, ну это, в принципе, забавно. Это, в принципе, забавно. Так, открылась у нас дверька. Так, нам надо как-то, блин, тут как-то обхитрить ее. Тихо-тихо-тихо, родная. А так погоди, так ее закрыть сейчас вообще на изи, не? Не закроется дверь? Конечно, нет. Естественно, нет, ребята. Конечно, нет. Так, что у нас тут? Давай смотреть. Блин, какая она просто... А где она? Ага, вон она. Одно. Так, тут закрыто. Что у нас? Тут надо запитать. Ага, тут я не могу ничего сделать. Так, погоди, 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 родная. Вот тут проблема такая, что... Сейчас. Вон, кстати, тут... Тихо-тихо, главное не подходить, там все дела. Ага. Ну так это же фигня полная. Ну-ка, погоди. А что ты дальше будешь делать? Так, блин, они не закрываются, понимаешь, в чем прикол? Они не закрываются. Блин, это жалко. Так,
Погоди, моя хорошая. А куда нам? Тихо, ребята. Ага. Так, еще одна фигня. То есть нам надо сейчас будет открыть. Спокойно. Блин, потрогать лучше. Лучше ее не трогать, ребят, мне кажется. Стоп. Где? А где она? Она обошла это все. Ничего себе. Ничего себе, она просто обошла. А где она? Я ее даже не вижу. О, увидел, родная. Тихо, погоди. Спокойненько. Так, спасите. Вижу. Так, здесь один есть. Так, дыра тут какая-то есть также. Я не вижу вот сейчас ее. Где она, блин? Так, запитали. А, ну то, короче, надо успеть. В этом-то и прикол. И чё? А почему он не хочет? Погоди. Тихо, спокойно, дорогая. Так, давай ее обманем еще раз. Пойдем за мной. Ага. Тихо. Все быстренько делаем. Добро. Так, найс. О. О! Да блин, да какого фига? Как она телепортнулась? Слышь. Так, мне надо что-то придумывать, ребят. Мне надо что-то придумать. Тут. Такс. У нас один всего генератор. Так, найс. У меня один генератор. Что надо нам тут сделать? Нам нужно второй забрать. Спокойно. Да, в кадре она. Ну, можно мне, пожалуйста, забрать? Ну, хватай-ка. Чего не хватает? Сюда. Как-то... Как-то бы... Ага, все, понял. Прямс. Так, она пока тут. А куда мы с тобой пойдем? Так я просто вынул. Что ты? Бай-бай! Что делать будешь? А, понятно, понимаете. Тихо, спокойно. Спокойно, дверки открываются. Открываются. О! Найс. Тихо, понял. Ну давай, подтягивай, братан, двумя. Так, отлично. То есть, получается, сюда мы будем, можно заходить. А, так, что мы делаем? Вообще, по идее, она, кстати, могла сама выйти. А, не-не-не, мы бы не выбрались. Так, смотри. Так, нам главное не промазать. И все, ребятки, все. Дистанцию держать, о!
Она бежит! Она все равно бежит. Что за... Быстрей! Ух ты, ёшкин-кошкин! Фух, есть, ребята, да есть же! Фух. Не, ну, в принципе, а чё фух? Как бы не так уж прям супер это было как-то тяжело. В общем, да, все, мы ее затрямсали. Это жесть. Это просто жесть. Круто сделали. Боже, третья глава это самая имбовая. Так, а теперь записочки. Что мы собрали? Первую где-то профукали. Но я думаю, потом мы все равно переиграем, посмотрим. То есть на стримчанском 3, 4, 5. О, то есть ну, как бы одна записка, видимо, где-то потерялась. Ну давай. Тут, короче, написано про жало оружие. То есть она чисто сделала линейку, наточила карандаши и жвачку какую-то сделала. Уже несколько дней без еды, ругались с другими за остатки пищи, они смотрели на меня как звери, осуждали, не давали пройти на кухню, кажется, они сговорились о том, что я умру раньше всех. Мое нутро требует еды, я думаю только о том, как я голодна, у меня едва хватает сил подниматься с пола, только жало меня поддерживает, оно дает мне силы. Я поняла, что если я стою неподвижно, совершенно неподвижно, все думают, что я умерла. Жало говорит, что мне нужно поесть, и что другие учителя меня не заметят. Я готова на все, лишь бы голод. То есть это как бы... Офигеть, это просто жесть. Лишь бы голод прекратился. Прости, нужно было поесть, чтобы выжить. Пришлось сожрать всех. Я не специально, не специально. Нифига. Окей. О боже мой. Так, а у нас еще, между прочим, одна записочка. Интересно, да, так? Сегодня дверь открылась, я услышал, как кто-то вошел в мой коридор. Мы с жалом увидели, что нас поджидает кот Дрема. Все это время мы были в агонии, а дверь закрыл он. Я это знаю. Я хотела его убить, но понимала, что не смогу. Мне показалось, он был бы очень рад, что осталась именно я. Тогда мы заключили сделку. А теперь мы заботимся друг о друге. И мы сообщаем другому обо всем, что видели, и сообщаем все. И, ребята, извините, пожалуйста, да, какие-то ошибки тут я читаю тоже. Просто очень поздно, поэтому, ребят, я стараюсь, блин, я не думал, что так поздно игра-то выйдет. О, дружище. Да, блин, не послушали мы тебя. Но у нас представится еще возможность. Опс! Да есть же, ребята! Хорош! Вот это уже другой разговор! Пушка есть! Я же попрыгушка! Давай попрыгаем! До луны! На счет три! 1, 2, 3! Не так уж и далеко удалось добраться! Снова! 1, 2, 3! Нет! Не вышло! Это не прекратится, пока мы не допрыгнем до Луны. Один, два... Нет, не смотри под ноги. Это не важно. Опять. Прыгай. Жесть. Ну, в общем, и попрыгали. Опа. Рекомендуй. Ладно, спасибо, что мне рекомендуется вот эта пушечка. То есть сейчас начнется как-то... О. Сюда, на базу. Так. Найс. Ну слушай, это вообще прикольно, что мы с помощью этой пушки хоть что-то можем поглядеть. Оу, что это такое? Это напоминает на хоррор спуск, если честно. Прям очень напоминает. Так, что у нас? Кассетка где-то должна быть, да? Видишь? Где-то нам нужно додыбать кассету. Вот она. Офигеть. Здесь, под землей. Оу. Дурацкий лифт. Чего говоришь, Ричи? Да ничего. Давай уже доставим посылку и пойдем. Тут типа шахтеры работали, что ли? Там ловушка. Ловушка головоломки, точнее. Ты, смотрю, не в восторге от этого места, да? Какая-то атмосфера тут гнетущая. Тебе не кажется, что детям не помешает солнечный свет?
Не под искусственным освещением, с разрисованным небом. Черт побери, нам с этими ребятами даже говорить нельзя. Как-то это... Прости, Стю. Рабочие, видишь, возмущаются тоже. Прости, Рич, которую я знаю, так не выражается. Видишь ли, я стараюсь меньше раздражаться. Жена говорит, я славный малый, но мне бы научиться держать себя в руках. Стараюсь ради нее. Рич, ты просто не такой, как все. Все говоришь прямо в лоб. Но это мне в тебе и нравилось. Правда, что ли? Таких, как ты, немного. Знаешь, Ричи, я скоро уйду на пенсию. Меня давно просят найти себе замену. Я хочу пригнать на свою должность тебя. Серьезно? Да, но пока все неофициально. Уверен, под этой маской вечного недовольства скрывается отличный парень. Честный и трудолюбивый человек. Если убедишь меня в этом, то успех тебе гарантирован. Ух ты! Не знаю, что и сказать. Рад, что не все вокруг считают меня придурком. Не все, Рич, не все. Не все, не все, не все, не все. Я думаю, такой, не все, не все, я тебе еще и бабки там большие хочу предложить, еще и ламборгини. Да уж. Ну, чисто два работяги немножко поговорили. Прикольно, прикольно. Че я вам скажу. Так, ну погнали к головоломкам. Сейчас посмотрим, что будет там. А че вообще тут происходило? Че тут? Так, стремс. Work area. Так, мне надо поглядеть. Ну, неужели мы там... Нормально там все? Долетим? Да, все хорошо. Так, тут не открывается, если что, ребят. Так, ага. А, тут вот щиток. А, понял. Раз. Прикольно, слушай, сделали. Смотри, как они сделали. О. Найс. Так, и сейчас у нас головоломки. Сохранение. Прыгать. По-любому. Ой, ну ты погляди, какие головоломочки. Ты просто посмотри на это. Трямс. Не, ну тут, я так понимаю, все вот так вот пойдет. Такс. Ага. Не, ну тут все отлично. Тут вообще легко. Такс. Опс. И все, по идее, все, ребят. Чисто просто на рычаг нажать, да? Трямс. Да? Идеально, идеально. Хорош. Ой, боже мой. Так, мы чисто на лифтике. Так, ну тут ничего интересного нет. Что по звукам? Не понял. Какого, блин, фига? Он там в темноте стоял. Кэтнэп? Смотри, что он творит. Я слышу, музыка заиграла. Думаю, что тут такое? О, пропал. Вот это охренеть, ребята, пасхалочка. Так что надо тут, видимо, постреливать постоянно. Ничего себе. Жесть-то какая. Так, ну ладно, спускаемся.
Офигеть. Блин, если честно, до мурашек. Так, что у нас тут? Ага, понял. Что у нас здесь будет? Слушай, так мы, может, тоже еще что-то пропустили, возможно. Если в каждую сторону просто надо это шмалять и смотреть. Так, понял. Разрядочка. Не заходить. Ну да, да. Блин, ну это очень прикольно. Блин, а когда мы выйдем-то к статуе? Я что-то не понимаю. Что? А, ну да, 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 ребят. Ну в трейлере же показывали точно. Типа надо будет отпугивать их. Так, нам нужна кассетка. Кассетка, кассетка, ребят. Так что давайте смотреть. Hi, I'm Bobby. Привет, я Бобби Обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Я люблю тебя до Луны и обратно, нифига. А что, не вылезет еще? Слушай, надо бы скример посмотреть на самом деле. Уходи из моего дома. Ничего себе, нацарапал все-таки. Так, кассета. Мне нужна кассета, ребят. О! Прям вовремя. Отлично. Так, ну давай поглядим. О, это Кэтнэп как раз. Ладно, это... Кэтнэп, эксперимент под номер 1188. Как его зовут по-настоящему? А, хорошо. Ну, привет, Тео, как поживаешь? Обычно этим занимается доктор Сойер, но он сейчас не работает, скажем так. Так что пока ему не найдут замену, буду я. Для начала мои поздравления. Прошло ровно 4 года с тех пор, как ты живешь в новом теле. И ты отлично справляешься, дружок. Слышал, что после того, как ты и другие улыбающие зверята, ну типа пекло-пес, свинка-капризулька, тра-ля-ля, появились в приюте, у тебя не получалось наладить отношения с детьми, как у других. А сейчас что? Дети тебя обожают, тебя и твой красный дым. Понимаешь, это же супер. Как твоя штучка для голоса еще сломана? Прототип спасет нас. Тео, тебя никто не спасет. Твое место в тюрьме. Мы будем тебя выводить только ради встреч с детьми при приюте. Но твой дом тут. А твой прототип живет в лаборатории. Такова твоя судьба. Привыкай. Блин, это ужасно, если честно. Это прям ужасно. Страшно. Так. Что, открыть нельзя? Так, не, ну круто, что пушечка есть. Она прям вообще очень помогает в темноте. Правда, что, где фонарик? А, давай скример посмотрим. Или что? Не, ну давай, когда сохранение будет, а то что-то, мне кажется... Ой, да на вас тут на всех можно поглядеть, смотри-ка. Ой. Тихо, тихо, тихо. Как мне тут пройти-то, блин, нифига вас. Да блин. Да сколько вас тут? Вот твари. Вижу. И там, и здесь. Пошли. Уи! Прикольно! Уи. Так, а где мы? Ага, мы это скатились, но почему-то в дырку не попали, ладно. Котик тут поцарапал немножечко. О, вот, сохранение есть! В принципе, можно скримак сейчас поглядеть. Я думаю. Так, где, где? Ну-ка, Буба. Фига, блин! Буба, ты шо? Скоро появится кот. О, Кэтнэп скоро появится. Поднимайся!
Я не представляю, как его можно победить. Я просто не представляю. Так. Ага. Трямсик. Блин, по дыркам всяким надо тут лазить. Куда идти тут? Привет. Так, что вообще тут происходит? А, тут какая-то, смотри, система, и надо, видимо, что-то запустить. Угу. А, так вот оно что. Опс. Давай. Блин, ну какого фига вы лезете-то из всех щелей? Чего ты смотришь? А, вас двое? Что вы там делаете? Блин, и там, и сям. Так, ладно, это мы запустили, в принципе. Тихо. Вот твари какие. Так, с одной стороны есть. Теперь с другой надо, ребят. Тут походить, побродить. Тихо. Так, давай-ка поглядим, что тут. Давай! О! Найс! Тихо. Урыны. Все? О! О! Офигеть. Так, я так понимаю, мне сюда, да? Сохранение. Это очень вовремя, я вам скажу. Это очень вовремя. Короче, ты не должен находиться в этой комнате. Воу. Какой-то бассейн, ребят, смотрите. Так, ну там что-то, кстати, есть. Свет какой-то. Или это у нас от этого? Пайра. Полюбасу там что-то в бассейне интересное есть, да? Что думаешь? Блин, жесть, тут что происходило? Ой, что-то мне это не нравится вообще, прям максимально. Что это? Что это нафиг такое? Я смотрю. Это лежанка? Это прикинь, это лежанка Кэтнепа. 100%. Смотри. Чисто для котика. Блин, мусор какой-то у него. Что ж ты, дружище-то, тут засрался-то так? Прикольно. Ничего больше нету? Интересного. Блин, жалко. Тюрьма. Что это нафиг такое? Ты! Что за... Ты здесь, чтобы спасти нас? Мне нечего больше сказать, не здесь. Ангелочек, ты в доме котика, вы в доме. У тебя сейчас уставились миллионы глаз. Пеклопёс. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. Они только и мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу и сожрать тебя кусочек за кусочком. Чтобы заполнить пустоту внутри себя. Это существо, кот. Прототип для него бог. И так он расправляется с еретиками. Эти игрушки-малютки по пятам следуют за котом, чтобы избежать той же участи. За это им перепадает еда.
Мы пытались бороться с этим, избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающих зверят. Слушай, тебе надо отсюда убираться! Охренеть! Тебе нельзя умирать! Вы с Поппи можете все исправить! Покончить с этим безумием, с пытками, с... О нет! О нет! Жесть! Просто уходи, беги! А куда? Ох, твою ж дивизию! А куда бежать? Уф, понял. Ничего себе! Тихо, тихо, родной! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо, пожалуйста! Опс, понимаю. Он там нас нагоняет. Блин, вы еще тварь! Ну, скримак посмотрели! Быстрей, 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 быстрей! Погнали! Офигеть, тут, конечно, развлекаловка вот так вот бегать! Это просто ужас какой-то! Еще такие запутанные они! Так, 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 быстрей, 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 быстрей! Даже оборачиваться не хочу, нафиг! Иди нафиг, говнюк! Так, сейчас, по-моему, нет-нет-нет-нет, прямо налево. Во, все, найс-найс-найс-найс. Ой, во-во-во-во, а ты уже запутался! Так, горочка, уии! Найс. Жесть, что тут нафиг происходит? А, понял, ребят. Все, пока-пока, дружище. Хорош! Блин, ну вы представляете просто, как его жалко! Это же просто ужас какой-то! Это просто какой-то ужас. То есть, мало того, что он живой, хороший был, и мы погибли, ну, один разик-то, именно не от него, а чисто от этих внутренних игрушек, которые сожрали, блин, его, это ужас. Пеклопёс говорит, апорт! Бедный Пеклопёс. Беги, не останавливайся! Зачем он половину еще при том держал? Это ужас, это просто как он живой был. Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться? Нельзя. Вот после того, да, это конечно... Ну, ладно, все, не пугай нас. Ага. Уии! Так, надеюсь, сейчас мы... О боже. О, наконец-то мы наружу, ребята. О, ты как? Трав нет, руки, ноги на месте? Я очень рад, что с тобой все в порядке. Но каждый раз, когда здесь кто-то умирает из моих друзей... Как тебе алтарь? Это код Дремонт смастерил для прототипа, понимаешь? До того, как код Дремонт стал таким, он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб, говорят, прототип спас ему жизнь. А сам за это поплатился свободой. Для кота Дремонта прототип супергерой, который спас это место. Так что в глазах кота прототип прям как бог, и кот Дремонт убивает тех, кто позволяет. Если не будем осторожны, он и нас прикончит. И этот алтарь — жутчайшее зрелище. Ну, мы видели, да. Но это только имитация, в реальности все куда страшнее. Кстати, мы почти закончили. Олли, какой ты молодец, а! Я отправил тебе новый ключ, вместо этого ты пойдешь в кабинет советника. Такой себе вариант, но горючего должно хватить. Если сможешь запустить генератор, вставь шнур в разъем. Значит, миссия выполнена, только остерегайся кота. Обычно он прячется в тени, там, где свет мерцает. О-о-о. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если вздумаешь чем-то обороняться, он обязательно отнимет. И в момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот прирожденный охотник. Удачи тебе, на связи.
Офигеть, просто офигенно, конечно, обрадовали меня. Ну что же, ребята, на этом все. Пока что серия, я думаю, мы капец как постарались. Я думаю, следующая, наверное, уже финал будет. Хотя даже не знаю, надо поглядеть, посмотреть, сколько там процентов. Ладно, ставьте лайкосик, ребят, залетайте в Телеграм. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.